И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival, все так же на Lost Island, и сегодня мы пойдем за артефактом. Почему? Потому что я захотел так. Пойдем за артефактом мудрости, вроде бы, если не ошибаюсь. Артефакт находится в лесах, далеко-далеко в лесах. Так, из чего у тебя место есть, на всякий случай. Координаты входа 25,4 на 40. Короче, 25,5 на 45. Вот, так что летим прям туда. А это у нас где-то там вверху. Так что, для здоровья. Почти угадал. Ну, хотя... Бам-бам. Погнали. Не знаю, что нас там ждет. Я сейчас вообще пока никого не выводил. Почему? Ну, то есть, как бы, время надо на это дело. Я пока поэтому никого и не выводил. Так, что здесь такое прогружается-то, понять не могу. Алле! Алле! Вот, у них... Воу! Манагар, мать твою за ногу, серьезно? Я сначала не понял, что это за хрень вообще, а что это за пятно было. А это не прогрузившийся моногарм был. Но это, конечно, да, прикольно, как он вырулил. Как говорится, хорошо, что у меня терчик на ускорение был, поэтому мне было на него пофигу. О, и мне куда-то туда лететь надо. Ну нифига себе, что так ярко? Дефолтная гамма сраная. Хотя ладно, давай дефолтную назад вернем, сейчас в пещеру зайдем, там все равно будет немножечко... Немножечко темнее будет, надеюсь, в пещерке-то. Так. Так. 25 на 43. Вот когда-то вот туда. Почти угадал. А, 25 это вниз. И вот туда. Ей! О, это где я синемакропс томил плюс-минус, да? Интересненько. Что нас в этой пещере будет ждать? 25-40 на 43-05. Где-то... Уау, добрый вечер, Альфа! Так, пока что приземляться здесь небезопасно. Погнали куда-нибудь сюда. И начнем свой заход от сих. Так, вызываем боевого друга. Он ты лети домой. Да, мы погнали. Улетел? Отлично. Так. Кранты по разобру. Еп. Че, зачем я слазил? Даже в воду прыгал. Ну да, пофигу уже. Пам. Да серьезно? Вот это вода. Ну, я вообще пытался сгрызть того, но ты сам под удар подлез. Так, погнали. Найдем сначала альфа-ча. Зачем? Ну, он меня испугал, его надо убить. По-моему, это очень даже логично. Так, ну на вас пофигу, на тебя терезинка тем более. Так. Так, это простой. Дрыж. Там была такая полянка красивая. Вот это, добрый вечер. 150-й, ты смотри, какой серьезный, да? Это хорошо. 150 это всегда хорошо. Ну, далее ресурсов, конечно, не очень. Ну ладно. Так. Координаты. 25-40 на 43-05. Так. Это или сюда, это вот сюда. Это
Это нарисован вход в пещеру. 25443. Да я вам же скрин, по идее, показывал. Я ж показывал вам скрин, где координат. Ну? Ладно, погоди. Слушай, я даже скажу больше. Даже под карты этого нету нигде. Ой, уйди, не до тебя. Реально, пещеры даже под карты нету. What the fuck? Это интересненько. Ладно, глянем на другой вики. Так. Вход на пещеру, как я понял, походу здесь, но... Но это тупость. Настоящий вход в пещеру в другом месте. 27 на 41. Долбанный водопад где-то вот в том районе. Так, мне куда? Мне туда? Да, мне туда. Можно так сказать, возвращаемся куда и откуда шел. Так, резинка, иди в жопу. Не хочу на вас тратить время. То есть даже вообще близко не там. Почему везде отображаются именно вот эта координата, я не знаю. Но на всех вики реально, вот, на, ну как на всех, на нескольких вики посмотрел, там одинаковые координаты. Иностранные вики, на русских вики забей, там уже давно ничего нету, там это, там просто забей. Так. Я не рассчитывал, что здесь будет под водой что-то. Так, ага. Я льдом не могу ударить, пока я в это в воде. Отлично. Ныряем. Координаты в левом верхнем углу вы видите. И вот он, вход в пещеру. Ну давай. Такие парасоты. С Диносом здесь, походу, дело не пролезть. Так, отлично. Хотя бы не застрял, уже хорошо. Кристальчики. Куча травы. Лутать, естественно, я это не буду. Ну, как бы непонятно, почему на вики так, а по факту так. И что-то я здесь никого не вижу из мобов вообще. Да что ты, вот чё ты сейчас уперся? Так, здесь у нас ничего, сразу же проверяем все углы, чтобы 150 раз по одним и тем же местам не бегать. Так, вход надо бы поставить телепорт. Секунду. Отлично, погнали. Заодно может и здесь кто подпрогрузится. Пока я вот это вот тусился рядом. Может кто подпрогрузился. Здесь вообще как-то непонятно. Не, может это и не считается до сих пор входом в пещеру, но, черт побери, это все-таки вход в пещеру уже. Я уже лазю по пещере, можно так сказать. А, вот где был спуск. Он же подъем. Очень много травы, очень много грызлов, очень много грибов. Все логично для пещеры, я бы так сказал. Пока что. Но ни одного... живого существа. Это как бы непонятно. Ну, в том плане, что почему они не заспавнились, непонятно. Так, давай все-таки аркость уберем. Все-таки... А, во! Ну, хоть кто-то встретил меня. Ну, ё-моё, ну, наконец-то. Я уж думал, вообще здесь гостей нету. Тут гостей никак не встречают. А не, вот они, повылазили. 500? Ну, ничего, вот так гостеприимством встречаете.
О, еще один красненький. Да слушай, а здесь уже два красненьких дропа. Надеюсь, я не забыл вставить с прошлой пещеры это, вставку, где там красный дроп перед этим. Перед артефактом спавнится. Очень надеюсь. Но не должен был. Не должен был, да. Ну слушай, заплутать здесь прям в легкую. Почему? Здесь. Погоди-ка. Это гемы? Или это обычные кристаллы? Ни черта не видно из-за этой травы. Если честно. Ну-ка, погоди-ка, ее собрать можно вот это вот все? По идее, нет. Так, ну-ка давай-ка. Да, это самоцветы. Давай добудем их. Немножечко пригодится. Ну вот в плане пешком здесь, конечно. Водопадик, запомним, что здесь у нас, если что, водопадик есть. Ну, в том плане, что запомним, что это подъем, я там был. Я так буду пытаться туда взлететь. Ай, я ж могу опять взлететь. Попытаться. Благо, синмакропс есть, я могу на изи тусить по всем этим подъемам и так далее. Так, ну красный зеленый получается, да, залутал, а синего нету. Используйте инструмент. А, ну это камень обычный, то есть вот это все не лутается. Давай сейчас сюда сгоняем. Как красиво. Ну, в смысле, красиво эти. Там всякие эти летают, сверчки, короче. Это все красиво. Как красиво я здесь застреваю на волке везде. Эта пещера прям чисто вот для игрока. То есть здесь ты будешь себя некомфортно чувствовать, когда бегаешь. Прям хвостик. Хорошо, конечно, что у меня арбалет тут дропнулся. Хотя бы фиолетовый. Я им с аркозуха, если что, там размотал на это. На воде, когда телепорт ставил. Но мой 500 надо было все-таки хватать. Так, давай поставим вот так вот тебя. И стрел-то нифига нету. О, зелененькие, синенькие кристальчики. Здесь очень много кристаллов. Очень много кристаллов. Прям огромнейшее число. Надо добыть. Не, вот этим. Кстати, синих так еще не дропнулось до сих пор. Такое ощущение, что я здесь кругалями бегаю, да? Вот здесь я, получается, первый раз. То есть это я мимо кристаллов пробежал, и я их не заметил. Так что ли? А это водопад. Ёбарасоты! То есть я сейчас здесь делаю кругаля. То есть вот здесь это просто... Просто кругаль. Отлично. Пришел я, значит, получается, оттуда. Раз мы уходим туда, и я возвращаюсь туда, значит, пришел я от Седова. Объясняю, конечно, красиво, но благо я показываю камерой, куда я смотрю. Пришел, наверное, сверху все-таки. Это более логично, что я сверху пришел. Синий кристаллов. Красоты. Я прям слышу, как там отвратительно много. Зеленый опять, и это красный. Да, и это красный. Отлично. И опять они выглядят как синие, но это не синий. Да ёб твою ж за ногу. Так, окей. Чит-код. Бэм!
Так. Погоди-ка. Ты у меня... А такой ваш цель. Отлично, красава. Вот ты. Добываешься? Как-нибудь. И никак, и никаком. Это обычные кристаллы. Отличненько. Это прям пещера отвратительная. Но в том плане, что если реально Диносом мне пройти... Не, она кайфовая, она классная пещера. Это прям вот... Прям уже вторая пещера. Вот чисто два из двух уже пещер. Такая, бляха-муха по классике. Мелкий пиздюк, твою мать, за ногу. Что ты меня пугаешь, скотина? Так. Ах ты ж козел мелкий, с текстурок сидит, меня пугает. Будем использовать читы. Йоу. А это что за пузырь? А, ну это, наверное, пузырь какой-нибудь, пузырь света. Ой. Ладно, главное, что козлов здесь нету. Зеленый. Ёпрасоты! Долбанные катакомбы! Вашу мать! Погоди! И здесь сейчас будет водопад! Забейте. Если вы пытаетесь посмотреть мой видос как гайд, забейте. Я бы сам по такому гайду даже бы близко бы ничего не нашел. Я сейчас просто из какого-то прохода вылез и в какой-то проход залез. А я здесь был? А, это вообще начало. Еще раз повторяю. Забейте. Если вы пытаетесь как-то по моему видео разобраться, не, может быть, вам это и поможет немножечко. Так сказать, ближе к концу я, может быть, и подразберусь, и покажу что-то адекватное. Но пока что... Пока что реально все фигово. И сейчас я вырулю к водопаду. Ну, по идее, он живой, значит, я здесь не был еще. Чисто теоретически я здесь не был. Фу. Не шутя. Где здесь проход? О, вот это прям самое отвратительное, когда... Ты пытаешься найти потом выход. Так, стоять. Вот так, вот так, вот так. В какую сторону нам бежать? Да хрен его знает. Я даже так понять не могу, в какую сторону нам бежать. Вот в эту сторону. Где жопу этого? Ага. Вот это самое, что ни на есть пещера. Лабиринт. Не-не-не, здесь точно только пешком бегать. И я теперь понимаю, почему здесь так мало этих спавнится. Если бы здесь еще бы и спавнилось много. Так, только не говорите, что я сейчас опять выйду к водопаду. Так, ну, слушай. Все дороги ведут к водопаду. Давай спускаться. И что нас здесь встречает? Подожди, подъем. Ой, ёп, твою ж за ногу. Не, я просто бегаю, я здесь вижу те же самые это. Те же самые места, я здесь бегаю, я их вижу. Я просто понять не могу, как я
от водопада, куда я вернулся. Погнали обратно. То есть прям я понять не могу, откуда я там выруливаю и почему я этот проход ни разу не увидел. Ох, кайф. Лабиринт такой, как он есть. Вот прям классический лабиринт, я бы даже так сказал. Тихо, не лагай. А нет, там проход. Ой, да ладно, я сейчас назад вернусь. Твою мать. Это просто был путь в никуда. Вы поняли, да? Охрененно. О, здорово. А вот это красиво. А вот это неплохо. Офигеть. Вот это прям четко неожиданно. Вот это прям уж это. Аж нифига себе. Там еще паучки тусуются. Вот это прям вообще кайф. Короче, арахнофобам здесь не место. Вот это вот и все, да? Куча яиц паучиных и короче, ихняя жратва в количестве трех штук. Даже четырех. Вот это непонятно. Это такое, судя по всему, какое... А, так это птерчик. Да, вот на этот клюв, вот башка, крылья, это птерчик. Это вот три человека и птерчик. Охренеть. Так это все продумано красиво. Там еще люди тусуются. Ну как тусуются? О, да. Добрый вечер. И вот он, артефакт. Атмосфера зашкаливает. Просто ужас в прямом смысле этого слова. Офигенно. Офигенно. Супер. Фух. Ладно. Берем артефакт. Берем дропик. У нас что получается? 4 красных дропа в этой пещере. Красных 4 дропа. Это, конечно, жестко. Ну и здесь эта пещера учитывается, что ты ходишь один. Даже как бы накладывает не кисло. Здесь получается дроп. А телепорта я здесь нигде поставить не могу. О, он хотя бы здесь, уже хоть что-то. И вообще, вот долбанный водопад. То есть мне вообще нужно было сразу у него спрыгивать. Ужасно. Ужасно, как все прикольно. И продуманно. Ну да, здесь вообще нигде нельзя телепорт поставить. Ну, бог с ним. Я так скажу, вот это уже не вся пещера. Уже хоть что-то. Ну и какая-никакая, здесь все-таки сейф-зона. Так, мудрости. Как говорится, если в ты мудрый, то ты вот так висеть не будешь. Человек-человек. Человек-человек-человек. Ну, где даже два человека. Эх, жаль. Ну, в том плане, что они могли бы продуманнее сделать. Там же птерчика закаковали. Нормально же, прикольно. Могли бы и здесь также сделать, типа, еще каких-нибудь диносов, там, паразаврика. Ну, а что, почему бы нет? Паразавра, что ли, словить не смогут? Смогут. Ты уж есть птерли туда словили, то почему паразавры не смогут? Вот какие-то такие мои мысли по этому поводу. Ну, погнали до дома. Здесь жутковато. Вот, не то, что здесь. Здесь всегда тихо, спокойно.
и безопасно. Ну а я что? Я на этом уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал. Ой, где там? Как там? Подожди, я начал слезть. О, все, я аж кнопки забыл, на какие жать. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Где там вот благодарность? Ты че, алло? Вот, спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать, ну и также делиться моими видео со своими друзьями. На этом все. Всем удачи, всем пока, всем счастливого добра, всем пока.